Құрметті елбасы, сіздің арқаңызда көп ұлтты Қазақстан халқы бірлікті, бейбітшілікті, молшылықты жасап атыр. Аспанымыз ашық, болашақымыз жарқын, балаларымыз қамтылған. Сол үшін сізге мың да бір рахмет. Я по профессии врач. Родился, живу и работаю в этом удивительном городе, городе сказки, который стремительно растет ввысь. Я тоже расту вместе с ним. И это счастье – жить и творить в любимой столице. Я Айшықты Астана, журналистердің де сүйікті тақырыбы. Өйткен Астана елбасымыздың төл туындысы, ынтымақтың, сұлулықтың, жарқын болашақтың кепілі. Я училась по программе «Болашак» в университете Эдинбург и получила профессию экономист. Я счастлива жить и трудиться в Казахстане. И от имени всех болашаковцев я хочу сказать огромное спасибо за возможность жить, творить в этой нашей любимой стране. Нурсултан Назарбаев, Төлеген Мухамеджанов, «Город мой». В степи бескрайней вырос город необычайной красоты. Он величав душою молод, парит, как символ высоты. В нем воплотилась вековая мечта народа и страны. Свети, столица золотая, во имя мира и любви. Город мой, ты стал моей судьбой, мечты столицей, земли моей волшебной страницей. Город мой, лети над миром самой яркой птицей, лети всегда, свети всегда, лети всегда, свети. Подарю луну влюбленным, чтоб ждали утренней зари. Свет теплых окон согревает проспекты, улицы, дома. И добротою обнимает людей счастливая пора. Город мой, ты стал судьбой мечты столицей, земли моей волшебной страницей. Город мой, лети над миром самой яркой птицей, лети всегда, свети всегда. Столицей.